насколько бегун способен разводить. Тенденция, насколько подвижны суставы его заверенные. Ну и, конечно, все это вкупе с положением корпуса, положением головы и работой рук. Ну, то есть, по сути, техника бега – это совокупность движений специфических. А вот по каким основным параметрам можно оценить, хорошая техника, плохая, не очень, на чем нужно работать, на что обращать внимание? Ну, собственно, вы видите, где наклеены датчики. Это суставы, руки, ног. И да, еще здесь важно очень добавить вертикальные колебания. Ну, в данном случае вы можете очень хорошо увидеть, что умолить вертикальные колебания, без них, кстати говоря, совсем невозможно. Никто не может бежать абсолютно горизонтально. И вертикальные колебания у любителя и у квалифицированного бегуна, они отличаются, конечно, существенно. И чем быстрее бежит человек, тем больше они. Поэтому корректно говорить о соотношении длины шага и вертикальных колебаний. Ну, давайте дождемся.